Сейчас я такое расскажу. Блин, так, с чего начать-то? Мип-мип! Может убить нас за деньги, появится в нашем списке смертников. Если тебе нужен я, давай, бери. Да тихо ты, тигрище, чтоб тебе неладно было. Не-не-не-не-не, руки прочь. Не трожь ты меня, пиздуйте лесом, ебанутые ебанушки. Мы справимся с этим. А если мы дадим тебе возможность переродиться, ты станешь супергероем. Только чтоб костюм был не зеленым. Я мертв. И это отстой. Делай, как я. Перебор. Боже, это он! Ага. Привет. Дана? Кристиан? Ай, больно же! Господи! Улыбочку? Нет, лучше не надо. Вообще никогда. Какой ты жеребец! Хочешь на ней жениться? Нет. А по залету? Все равно нет. И хрена с два. А ты мне нравишься. Покажи, что умеешь. Служи! Ты мой табурет сломал? Нет. Ты не гавкай. Если бы я знал, что ты там гавкаешь, я бы тебе тоже погавкал. Дай пожрать. Что тут непонятного? Ладно, пойду жрать на помойку. Да иди хоть в задницу, скотина. Чел, здорово, ты купил пиво? Мне его не продали. Че? Чувак, тебе 100 лет, а тебе до сих пор пиво не продают? Извини, бро, я просто... Ты же вампир, блин! Я стал вампиром, когда мне было только 18. Дорогие гости, эту песню я пою для вас, родные. Какого хрена он делает? По вас глазами вниз скользя. Это нифига не круто! Делай одежда! Мне тут охренительно холодно! Если хочешь, я могу тебя согреть! Слушай, твоя подружка — это нечто, мы с ней так порезвились! Вообще-то она парень! Да блин! Вы идиоты! Какого хрена?! Слушай, так что ты реально можешь отсосать... Да я имел в виду высосать. Как тебе сказать? Ты любишь сосать... Да, я действительно пью кровь, если ты об...